пункт выдачи чистых полотенец. Детский бассейн. Смотрим, ребятушки. Детский бассейн. Вау. Для деток. Вообще шикардос. Вот лестница есть. Вот там поигрались. Сюда пришли, покупались. Нет, не с горочки, сразу в бассейн. Ну, я же говорю. Там поигрались, тут пришли, покупались. Вообще классно. Ребята, шо-то, шо-то. Да. Шикарно. Для деток то, что надо. И малыша ваша рядышком. Здесь вон значок. Где? Вон, там, где на стекле. Wi-Fi зона. Здесь Wi-Fi. Обязательно сейчас покажу. Так, ребята, показываем вам детскую площадку. Здесь мягкие коврики. Видно, что здесь чисто убирается. Вот какая она. Классная. Есть горки. Есть веревочка. Смотрите. Смотрите. Можно. Да, можно залезть. Для ваших деток то, что нужно. Есть лавочки. Вот одна, вот здесь вторая. Можно под этой сосной посидеть. А в сосне есть шишки. Песочница. Песочница. Это совсем для таких деток, которые еще любят песочницы поиграть. Вот тоже залазит. Да. Есть веревка. Классная. Ну вообще, горка шикардосная. Иду сейчас. Вот. Бассейн. Взрослый бассейн. Идем к качельке для деток. Класс! Вообще крутяк. Такая. Крутящая. Иду. Хочешь покататься? Боюсь, что моя дубка не влезет. А ты стоя. То, что видите, дождь. Идет дождь. Это стой, для стоя качалки. Стоячь. А это для сидя, гамочки. Угу, класс. Жалко, мы выросли. Идет дождь. Да. Надо пойти. Вот с дождем нам, конечно, не повезло. С погодкой. Да. С дождем повезло, вот с погодкой нет. Ну, дождь. Ну, мы сейчас пойдем зонтик возьмем и все равно будем снимать, потому что здесь очень круто, красиво, и вам надо все показать. Как же вас, дорогие наши зрители, оставить без информации. Информейшена.
И на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать и бежать за зонтиком. А потом пойдем попьем вот здесь вот в маяке. Вот здесь вот кофе.